Ну что ты не спишь? И все ждешь упрямо. Не надо тревоги свои забудь. Мне ведь уже не 16, мама. Мне больше, и в этом, пожалуй, суть. Я знаю, уж так повелось на свете, и даже предчувствую твой ответ, что дети всегда для матери дети. Пускай им хоть 20, хоть 30 лет. И все же с годами было и средство, когда меняться уже должны. И прежде надзор и контроль, как в детстве, уже обидны и не нужны. Ведь есть же, ну, лично очень что-то, когда заставляю, скажи, да скажи, то этим нередко, помимо охоты, тебя вынуждают прибегнуть к жизни. Родная моя, не смотри устала, любовь наша крепче еще теперь. Ну разве ты плохо меня воспитала? Верь мне, пожалуйста, очень верь. И страхи по сердцу твое не бьется, ведь я по-глупому не влюблюсь. Не выйду навстречу, кому придется, с дурной компанией не свяжусь. И не полезу куда-то в яму, коль повстречаю в пути беду. Я тот час приду за советом, мама, сразу почувствую и приду. Когда-то же надо ведь быть смелее, а если порой поступлю не так, ну что ж, значит, буду потом умнее. И лучше синяк, чем стеклянный колпак. Дай руки твои расцеловать, самой доброй в целом свете. Не надо, мама, меня ревновать. Дети, они же не вечно дети. И ты не сиди у окна упрямо, готовый в душе за вопросом вопрос. Мне ведь уже не 16, мама. Пойми и взгляни на меня всерьез. Прошу тебя, выбрось из сердца грусть, и пусть тревога тебя не точит. Не бойся, родная, я скоро вернусь. Спи, мама, спи крепко, спи.